В Ленинградской области продолжаются съемки большого кино. На этот раз Советск превратился в послевоенный Берлин. На востоке региона снимают фильм под названием «На Париж» с участием Дмитрия Певцова. Сколько осталось до премьеры, знает Елизавета Попович. Знаменитый актер Дмитрий Певцов играет на пианино на фоне одного из домов Советска. Так проходит съемка эпизода фильма под названием «На Париж». Действие на улице, которая сегодня носит имя героя Советского Союза Александра Матросова, происходит в мае 45-го. Вот красноармейцы спят после боя. Роль одного из них досталась актеру местного театра. Это фрагмент «Отдыхающий солдат». Послевоенная такая ситуация. Вроде бы закончилась война, все отдыхают, все радостные, играют, поют. Один из самых оживленных перекрестков города превратился в съемочную площадку на целые сутки. Фильм, который выйдет на экраны 9 мая 2018 года, будут с нетерпением ждать сотни советчан. Многие не отходили отсюда весь день. Мне очень нравится, это очень интересно смотреть и следить за съемочным процессом, а потом в дальнейшем будет интересно смотреть на экранах свой родной, любимый город Советск. Для режиссера Сергея Саркисова это первый фильм. Сам он появится в кадре в роли немецкого генерала. Мы, когда выбирали натуру, мы целый месяц гуляли по городам. Я, по-моему, уже Калининградскую область знаю лучше, чем Московскую. У нас очень красивые места, очень интересные есть здания. Ну, сами знаете, дороги очень красивые. Мы застали, еще снимали, когда рапс цвел. Будет очень красивая картина, фактурная. Хотя в Гусеве есть своя Эйфелева башня, снимать кадры Парижа будут во Франции. Следующий город в маршруте творческой группы – соседний Славск. Елизавета Попович, Вести, Калининград.